Страсти вокруг социальной сети ВКонтакте и ее основателя Павла Дурова разгораются с каждым днем. То предприниматель становится участником ДТП, то его обвиняют в побеге из страны. К счастью, скандалы не сказываются негативно на процветании сети. Количество пользователей стабильно увеличивается, а география расширяется. Вот и забугорные звезды шоу-биза решили пообщаться со своими русскоязычными поклонниками. Буквально на днях страничку ВКонтакте завел звезда сериала «Клиника» Зак Брафф, что стало вполне ожидаемым событием. Актер отличается любовью к фанатам, частенько общается с ними и даже иногда соглашается на встречи. Появление британской группы Arctic Monkeys в российском аналоге Фейсбука также не является случайностью. Летом исполнители выступят на фестивале в Москве. К слову, это их первое выступление на территории СНГ. Также среди тех, кто сделал сюрприз пользователям ВКонтакте, фигурируют и другие известные на весь мир персоны: Виктория Бекхэм, Шакира и Том Круз.